Вечер добрый всем. Давайте проведем занятие, потому что у нас по проекту как раз таки идет коробка нарт. Сегодня немного о рисовании, соответственно, о взаимодействии геометрических фигур с рельефом, также взаимодействие с художественным добавлением орнамента. Потому что здесь фактически мы по нардам, то есть прошлись, выполнили разносторонние геометрические, да, оформительности, но нам понадобится впоследствии это, чтобы было стопроцентное понимание, как на плоскости, вот показываю на плоскости, сформировать вид чего? Это некого такого зрительного обмана. То есть эти навыки, они банально простые, они впоследствии могут распространяться не только в самой фигуре куб, также могут распространяться это треугольники, ромбики, ну и многое прочее другое. Также подчеркну, что здесь впоследствии в верхней части будет происходить некая трансформация. Здесь тоже добавление орнамента, здесь тоже добавление орнамента. То есть мы разыграем, очень будет симпатично. То есть надо 100% понять, понимаете? Если вы этого не понимаете, если вы этого недопоймете, следовательно, вы так и будете фактически находиться в положении, это выполнение простых банальных треугольников. Для того, чтобы выполнять более многосложные композиционности, необходимо 100%, 100% осваивать, то есть последующее, что вас приведет, это фактически к стопроцентному развитию. Также рекомендую вам, что я вам порекомендую 100%, это чтобы вы 100% освоили и поняли, именно понимание таких слов, которые вам, подчеркиваю, именно помогут, это видоизменение, это трансформация, это полное понимание слова, не просто выемка, которая формируется прежде всего на просто на бездушности выемки, который просто выемка по сути. Это стопроцентное взаимодействие контура, выемки. Последующее что? Взаимодействие с рельефом. Соответственно, слово какое? Это трансформация. Это фракталы. Это фрактальная геометрическая резьба. Фрактальная. Вы о ней даже, возможно, даже и не слышали. Потому что есть предмет фрактальная геометрия. Понимаете? Вся проблема прежде всего состоит это в недопонимании. Если у вас будет стопроцентное понимание значения тех или иных слов, когда вы именно окунетесь во всю глубину, следовательно, ваш дизайн последующий будет он 100% мега расширенным, мега, но отличающимся от стандартов. В особенности слово я свое направляю к любителям и классикам чего? Это любители исключительно треугольники. Поймите правильно. Геометрическая резьба никоим образом не останавливается исключительно на лучах и треугольниках. Потому что она посредством определенных манипуляций, в частности помощником ваших, это чего? Это ваших профилей, когда у вас их фактически как бы хватает многосторонне. Следовательно, ваши композиционности будут весьма разносторонние. Теперь по теме. Особых навыков не надо. Мы фактически произведем для вашего тренинга, для вашего тренинга, я объясню вкратце, но я объясню. Вы должны выполнить, чтобы вы поняли, куда что должно производиться, какие должны быть наклоны, что фактически приведет вас 100% это к расширенной композиционности и взаимодействию того либо иного. И главное, то, что я сейчас показываю, это смогут все, абсолютно вообще все. Раз. Два. Есть, есть. То есть формируем. Можно куб, можно чуть его более продолговатый. То есть здесь не является критичным, именно что это должно быть так. Выполните все в точности, и все будет, как говорится, четко. Потому что именно через рез у вас придет стопроцентное именно осознание. Не тогда, когда вам именно вот это так, это так, это так. Нет, именно необходимо выполнить, чтобы вы именно через резы именно освоили и поняли. Если вы поймете, что куда срезается и тому подобное, следовательно, весьма будет очень легко
впоследствии вам выполнить. Именно разносторонне. Есть, сформировали. Дальше. Примерные вот зазоры. Не прижимаемся сюда к нашему геометрическому элементу, а фактически что делаем? Чуть-чуть берем вот здесь вот так расстояние крестообразности. И теперь в хаотичной форме мы производим разносочку. На первый взгляд вот такая вот небрежность может нести в себе непонятность, но это на первый взгляд. Попробуйте, помоделируйте посредством определенных загибаемостей. Почему? Потому что вот здесь, к примеру, впоследствии вы загнули, но сейчас мы как бы ведем диалог не о данном, что куда загибать и впоследствии что куда условно наклонять. Это все придет именно 100% со временем. То есть здесь не надо торопиться. Вот это все будет потом. Исключительно потом. Сейчас самое важное, это чтобы вы сформировали геометрический такой элемент. Соответственно, когда мы сделали, его нарисовали, что мы делаем? Я рассказываю пошагово, выполнять вы будете самостоятельно. Следовательно, мы что делаем? Прорез, прорез, прорез. Здесь не трогаем. Прорез, прорез. И от направления сверху, со сторон, снизу и прочее, мы осуществляем просто-напросто подбор. Тем самым мы отделяем геометрический наш элемент от ненужной, что? Древесины. Тем самым мы его показываем, просто-напросто немного показываем. И тем самым это все опускаем. Следовательно, когда вы это основательно уже сделали, вы должны это 100% пропустить. Вы это сделали, следовательно, что происходит? Происходит, это уже начинается под, и подчеркиваю, именно под определенными углами вы осуществляете срезы. Здесь очень важно, чтобы вы пропустили именно это через себя. Почему? Потому что впоследствии, когда мы будем формировать именно нарды, нарды, сейчас их разыгрывать разносторонне, мы будем добавлять разносторонние элементы. Так как мной замечено, здесь, когда мы сформируем визуально объемный куб, что мы сделаем? Следовательно, здесь мы можем разыграть это право, соответственно, лево, и процесс формирования орнамента. Можно посредством применения радиусных стамесок разыграть вот здесь и произвести сламывание, то есть нашего геометрического элемента, тем самым мы его неким образом трансформируем. Если захотите, можете дальше сюда пойти, это посредством определенных уже добавлений неких капюшонов и прочее. То есть в целом, как бы получается 100% интересно. В однозначном порядке рекомендую 100% вам пропустить через себя и 100% освоить. Потому что если вы этого не освоите, это прежде всего приведет к 100% недопониманию и к отсутствию развития тех или иных событий и того или иного дизайна, который вас может в конечном результате привести именно к многогранности. Резьба по дереву, вы должны помнить всегда, это самовыражение, это не правила, это не нормы. Потому что природа 100% нам подсказывает, что вы должны самовыражаться, вы должны взрываться, вы должны подавать свое видение именно так, 100% даже не задумываясь. Да, это неким образом выглядит безумие, но, еще раз говорю, геометрическая резьба это не выемка. Почему? Потому что это просто парадокс, потому что, ознакомливаясь с многосторонними материалами, меня шокирует. Меня шокирует тот самый момент и нюанс, что вы остановились на вот этих вот плоскостях. Выемка все на этом ограничении. Нет. Нет. Резьба по дереву – это самовыражение. Это то видение вами, как творцами, своего состояния и как бы направления некого безумия, который и передается через все данное. И нет ничего невозможного. Все возможно. Терпение, терпение и все остальное приложится. С наилучшими пожеланиями, Адольф Юрьев и наша команда. Инструментальную часть рекомендую 100% компанию «Стрей». Обращайтесь, пожалуйста, без проблем. Все вам предоставится деликатно, разъяснительно и, как говорится, самое главное в качестве. Всем пока-пока.